давай. А ну-ка, блядь. А мне показывает 1 градус всего. Вон так оно и есть, холодно, блядь. Видишь, блядь. Даже, наверное, ночью минус было, блядь, наверное. 1 плюса? Ну да. Ну было, наверное, минус, например. Видно, блядь, холодно на улице. Ну, днем будет 12, а вот ночью было холодно, да? А я на балкон же выходил, я же своим уже, блядь, холодно. Тут оно открывается окошко. Видно, как заморозки дают. Видно, наверное, что холодно. 1 градус плюса всего. А ночью, значит, было минус. Минус 1, наверное, 2. Павел Сергеевич, значит, зевать. С добрым утром всем. Папулька не может проснуться. Зевай, как Димон, блин. Вову. Ну, а я на работу, уже вроде бодрячком, но глаза все равно еще не выспавшись. Я не знаю, я вас поставила, надо было под наклоном, на холодильник поставила. Думаю, как будет интересно, со стороны видно. Так, волос. Волос, лишний волос. Ну, лишнего ничего не бывает. Ладно, 1 градус. Холодно? 1 градус, конечно, блядь. На машинах даже, знаешь, вот смотришь, как вот на стекла, как будто июнь. Да? Конечно, он видно. Значит, свой короткий пуховичок одену. Ой, суббота. Так, я хоть работать. Еще завтра. Так, что я стою и хожу? Мне надо уже одеваться. И вас, наверное, с собой на работу возьму. Улицу уже не буду показывать. Уже достаточно прогулок за эти дни показал. Но смотрю, как практика многим нравится. И кто уехал из города, то хорошие воспоминания. Мне сегодня у вас такая охота где-то поставить наверху, на полочку, повыше. Ой, что-то в раздевалке прохладно прям вообще. Вроде так дошла на улице, я утепленная, шапка была, шарфик, пуховичок мой коротенький. Ой. Шары не могу продрать. Ой.
сегодня, наверное, трудом продолжается. Не все же деньги вчера на зарплату потратили люди. Слушайте, вот у этого устройства так быстро эти провода, ну, как лопается оболочка вот эта. Это чек надо выкинуть. Мне вроде сегодня ничего не надо покупать. Денег с собой ничего не могу брать. Ладно, мои хорошие. Давай поиски. Или орбит смотри. Желательно резинка мята. Почем она? 19 рублей. 64 рубля? Да. Ой, скидка? Скидка. 19 рублей. Да ладно, подожди. Рефер. Короче, сейчас вот такая скидка вышла. Вот. Чё? Да. Вот это, походу. Мята. Реально? Нет, смотри. Да вот она. Да ладно. Ну-ка, дай я посмотрю по моей кассе. 60. А, нет, не она, по-моему. А пошли вот она. Реально? Чувачка, попаску, знаешь, как она вкусная? Это вкусная. Погода. Да. Всем привет. Сейчас историю расскажем. Охренеть. Дядя, а сколько там ешь? 5? Да, 2-5. А есть? А там в другой кассе есть еще? Давай еще посмотрим в другой кассе. Я не знаю. Что, выставлять ценник такой? Мята. Еще есть? Сейчас такая история. Вот эта вот девочка Света, она встречалась, потом жила с Пашкой Шахтер. Парень. Вот. И... Так, сколько тебе? Я не знаю. Мне 5. Куда тикать столько? В смысле? Я, наверное, не знаю, 2 штуки, наверное, я возьму. Вот. Расскажи свою историю. Да вообще, у меня мужик уходит на войну. Да, и, короче, его призвали. Он в шахте работал? Сколько ему лет, Пашке? 23 года. 23 числа, да, Свет? Вот вожок смотрит. Кто? Ему 23 года, ему 24 будет в марте 3 числа. А он, у него, короче, танкистом он служил в армии. Да. Вот. Короче, это Света проревела тут, сколько-то уже. Еще Саша у нас ушел. Саша сегодня охранник тоже ушел, про которого вот я говорила. Так, вам тоже Юра, да? Что, вообще жесть. Он поедет, так, он, короче, что, поездом до он Питера? Он поездом до Питера, да, получается. Сегодня в 12 часов будет его автобус, ой, поезд. Поезд. А потом оттуда в Донецк или куда? Ну, я не помню. Или в Луганск, куда он сказал? Я не помню, честно. Ну, это ладно, мы спишемся. Да, идет, держись, сейчас я переведу. Так, сейчас я тоже, короче. 100 рублей и вам. Ай. Давай, говори. Ну и все. Я ему, короче, обрежешь половину? Я ему, получается... Пишу, я сначала маме звонила, говорю, мама, узнай, типа, хочешь ну, как-то со мной общаться, нет, как-то контактировать. И все, она такая, окей. И он сказал, типа, когда будем прощаться, типа, чтобы Света не было. Я такая, класс. Я ему написала, думаю, ну что, типа, какие обиды могут быть? Я говорю, давай встретимся, поговорим. Но. Он такой, нет. Нет. А сегодня? Сколько? Порш. 457 рублей. Порш? Да нет. Порш приехал за реком. Зачем? За мной. За кем? Да какое такси, Абадя? Еще не вызвали такси. Да, туда заезжает. Ну, блин. Ну, все, и вот, и сейчас он такой написал, типа, ну, как знаешь, намекать, типа, я не знаю. Ты опять призываешь? А? Да, все, его призвали, его призвали, все. Нет, сейчас, говорит, опять мобилизация, а потом, говорит, вроде как тишина, блядь, будет. А где у нас этот? Кто? Я вот тоже вчера вспоминала. Его что-то там, короче... Его в запасных... Что-то такое, да. Нет, запасных. Ну, я не знаю, я надеюсь, что Пашка там то есть, 3 недели пробудет. Надеюсь, что отправят его обратно. Тут, что... говорит, куча мобилизованных отправили. Чёрт. С Урала, да, по-моему. Чё, почему? Я думаю. Не хочу, чтобы он дальше шёл, наверное. И пугать, если там за ней. Конечно.
баре за стойкой. Ну, а этот бармен, народу нету, такой тряпочкой протирает. Ну, там, где крошки, на пол стряхивают. Ты рассказывал? Рассказывал тебе такое? Нет. Ну, нет. На камере. Мне нет. В камере не рассказывал. Это, ну, и этот мужик пьяный решил задернуть бармена такой. Тебе не кажется, что ты смахиваешь на пидораса? Да. Он такой, хорошо, я буду смахивать в другую сторону. Ой, пошляцкие анекдоты. Вот еще один. Ну, это не пошляцкий, это хороший анекдот. Сейчас я вам. Приехать не может. Куда это едем в каждый такси? А что им отдельно? Одну будет двоих. Им отдельно, ну не говори. А что, ну что же на запсе? А вот она вселенная. Ну ничего. Светик, давай разогревай ее. Замерзла, блин. Наша красавишна. Не бегай в круг, вот кросс, да? Это точно не уеду. Это проще до пианистку кросс, блядь. Сразу. Сразу потеешь. Не говори. Тогда уже потеть надо дома. Не, в каждом такси. Куда едем? Куда? А что молчит? А что, он молчал? Ну, да? Да? Вы еще ржали, я говорю, не слышу, блядь. Он не русский, кто ж там? Ай, я не могу. Надо было садиться. Довезли мы все. Ой, ты куда едешь? Довези хоть ты, блин, пожалуйста. Наша. Мы-то все в курсе, какая-то звезда. А как ты утром шла? Я вообще ничего не пойму. Было охеренно тепло. Ну, когда шла сюда, маленько позамерзла. А ты же не знаешь, что вечером холодно, блядь? Да, я думала, что быстренько домой и все. Пиздец. А вниз было что-нибудь одеть. Наша? Наша, блядь, похер, поехали. Я уже дома. Вкратце история. Вот эта Света молодая, она жила с этим Пашей Шахтером, потом, ну, что-то такое, короче, какой-то перелом. Они разбежались, но разбежались буквально, наверное, около месяца. Вот, но переписывались все равно, и чувства как бы опять нахлынули. И тут еще у него призыв в этот, мобилизация. Вот, а он у нее танкист. Ну, и, короче, сейчас она опять, ну, как бы на, не знаю, примирение, ну, как бы вот... Может, что-то опять получится, не знаю, соединяться, не соединяться. Вот, но она и так проревела уже перед этим. Вот. И получается этот период, и у него ничего так не получается там ни с кем, да, и она как бы тоже, знаете, нет таких вот людей, да, которые близок к тебе, вот. Вот как-то так. Ладно, Пашка тут готовит ужин. А, спагетти, тут у него все пузырится, а, курицу, здесь разобрал, курица была небольшая, когда покупали тоже в Ленте, по-моему, да, вот, сегодня гречку купила, а, гречка, кстати, недорогая, 49 рублей, и еще вторая, сейчас, а, Пашка уже насыпал гречку, рублей, я взяла две упаковки, потом опять шоколадки, короче, что-то еще Пашка покупал. Вот, ну ладно, еще завтра на работу, потом на два выходных. Вот, сегодня также было много народу, но потом уже к вечеру так себе не очень. Аня сейчас мне говорит, мама, я купила с первой стипендии. Ну, у нее, скорее всего, еще на карте осталось от стипендии. Все хотела идти. Кольцо-держатель. Это она в Галамарте покупала. Вот такой вот. Типа губ и короны. Она говорит, мама, 19 рублей. Я говорю, так они поди держать не будут. Нифига, на телефон. И вот такой она хотела. Чехол-книжка на свой этот А01. Или А1. Вот это она в ДНСе брала. В принципе, мне тоже вот такими книжками нравится. Вот. Ну и все, в принципе. Вот так сегодня день закончился. Вот такие дела. Ставьте лайки, комментарии. Что вы вообще об этом думаете? А, еще, кстати, охранник, который Сашка, он все, он квартиру сдал. Ну, то есть он снимал ее, все, как бы это съехал оттуда.
пришел к нам в магазин попрощаться. Вот, все ему руку пожали, так это. Я говорю, ты не теряйся, пиши, ну а мы это в WhatsApp все равно как бы это и в Одноклассники, вот тут за это и в Телеграме, короче, он говорит, ну все, сейчас он, получается, до Питера доезжает, а там вот, не помню, что он говорил, потому что такой галдеж еще на работе, я еще на кассе тут, блин, и все вот так вот в перебежку. Ну, короче, вот так вот. Конечно, грустно все, это вообще грустно, когда это все закончится уже, блин, вообще. Вот такие дела. Ладно, мои хорошие, буду закругляться. Буду сейчас отдыхать, монтировать видео для вас. Все для вас. Все, пока.